Высказывайте свое мнение. Участвуйте в дискуссии в программе Сергея Зацепина. Когда правительство боится своего народа, это свобода. Когда народ боится своего правительства, это тирания. Томас Джефферсон. Неполиткорректное ток-шоу, которое заставит вас думать. США никогда не будут разрушены извне. Если мы дрогнем и потеряем нашу свободу, то только потому, что мы уничтожили себя сами. Авраам Линкольн. Ток-шоу Сергея Зацепина на волне 14.30 АМ. Будь в центре событий. Еще раз добрый день, уважаемые дамы и господа. В эфире неполиткорректное ток-шоу. Я его ведущий Анатолий Червец. Участники, как всегда, все вы, которые наберете номер телефона в студии 847-400-5200. Будем общаться, будем обмениваться мнениями. Сегодня мы с вами аж до 4 часов. У нас с вами сегодня двухчасовая программа. И я думаю, что мы ее построим следующим образом. В первом часе мы обсудим все такие самые насущные новости, дела, ситуации, которые происходят в нашей стране. Ну, а вот во втором часе я вам с удовольствием расскажу, я надеюсь, вам это будет интересно, о одном из очень популярных среди русскоговорящей эмиграции районов города Чикаго, именуемым Роджерс Парк, о его истории, его истории создания, о том, откуда он взялся, как он появился, кто его создал, ну и так далее. Надеюсь, вам это будет интересно. Конечно же, обязательно затронем и нашу эмиграцию, то есть эмиграцию вот середины, конца 70-х, потом 80-х и далее годов. Я думаю, что сегодня будет интересно. Ну, а пока давайте, наверное, начнем. Еще раз, номер телефона в студии 847-400-5200. Если у вас есть какие-то темы, которые вас интересуют наиболее, пожалуйста, звоните, мы их с удовольствием обсудим. Ну, а вот первую тему, которую я бы хотел обсудить, это факт того, что генеральный прокурор штата Нью-Йорк, такая чернокожая женщина, которая... как только была избрана на пост генерального прокурора, тут же сказала, первое, что она сказала, что она посвятит всю свою карьеру борьбе с Трампом. Ну, вот такое было интересное заявление. И, в принципе, она это приняла достаточно всерьез и всячески пытается создать проблемы президенту Трампу, если не она лично, то через своих, скажем так, подчиненных, ну, вот, допустим, там, прокурор Южного округа Манхэттеновского суда, который постоянно теребит Трампа и хочет, просто спит и видит, завести на него какое-либо уголовное дело. К сожалению, интересно получается, что пока что не получается завести никакого уголовного дела. Ну, правда, сегодня он должен был, он, я имею в виду, Сай Венс, должен был выступить с каким-то сумасшедшим объявлением на пресс-конференции в Нью-Йорке. Я ждал, к сожалению, не дождался. Мне нужно было начинать свою, как говорится, рабочую трудовую деятельность. Так что если кто-то из вас слышал какие-либо новости, с удовольствием сам их послушаю. Но, тем не менее, я... то есть там вопрос стоял в том, что Deutsche Bank, это банк, которым пользовался президент Трамп до начала своей президентской деятельности, то есть он использовал этот банк для финансовых операций со своим, по роду своего бизнеса. Ну, так вот, Deutsche Bank сказал, что, пожалуйста, мы предоставим, если у вас на то будут причины, если у вас будет
разрешение суда, мы предоставим информацию о финансовых делах Трампа, частного лица Трампа, то есть его компании, ну и его финансовой деятельности. А насколько я знаю, вот объявление Сая Венса о том, о чем будет пресс-конференция, по идее, должна была иметь дело именно вот с теми бумагами, которые вроде бы им передали Deutsche Bank и другие финансовые структуры. Так что, не знаю конкретно, не знаю формулировку, что там было сказано, о чем говорилось на этой пресс-конференции, но вот есть такие подозрения. Ну и, конечно же, сегодня прогремела новость о том, что генеральный прокурор штата Нью-Йорк подала в суд на организацию NRA. Это организация, которая, ну, NRA это National Rifle Association, я так, ну, для перевода, национальная оружейная организация или что-то в этом роде, ассоциация. Итак, подала иск на вот эту организацию с желанием того, чтобы эту организацию как бы уничтожить, скажем так. Ну, давайте скажем, для чего это делается. Ну, тут есть несколько на то причин. Ну, причина номер один, опять же, это то, что идут выборы, и каждый перед выборами должен как-то выслужиться, показать свою работоспособность, показать свою рьяность и так далее при выполнении своих обязанностей. Но это, скорее всего, причина номер один. Теперь причина номер два – это тот факт, что, ну, скажем так, демократы уже давно, очень давно точат зуб на организацию NRA. Вы сами прекрасно знаете, что демократы спят и видят для того, чтобы отменили или как-то поменять вторую поправку, то есть обезоружить жителей Соединенных Штатов, запретить им ношение оружия или владение оружием и так далее. Вот. Ну и одна из, или, скажем так, один из способов добиться вот этой цели, это повлиять на организацию NRA, которую поддерживают, в принципе, все те, которые владеют оружием, все те, которые носят оружие, все те, которые хотели бы носить оружие, те, которые уже подали application или заявки на разрешение ношения оружия, на разрешение покупки оружия и так далее. В общем, вот генеральный прокурор штата Нью-Йорк подала судебный иск. Но она этот иск объясняет тем, что вот вроде бы организация NRA незаконно производила движение денег между счетами, использование членских взносов и так далее. Ну, посмотрим, что из этого получится. Давайте я возьму звонок. Добрый день, вы в эфире. Добрый день. Укажите, пожалуйста, причину, почему генеральный прокурор Нью-Йорка пытается расформировать NRA. Почему она пытается? Официальная, да. Вы имеете в виду официальную причину? Да, или вы... Okay. Официальную. Ну, официальная причина... Не ваша точка зрения, а официальная причина. Окей, хорошо. Официальная причина состоит в том, что NRA якобы незаконно проводила денежные средства через свои счета и использовала эти денежные средства не по назначению, скажем так. Вот это официальная причина. Не моя точка зрения, это действительно официальная причина. Теперь, существует ли на то действительно факты, или существуют ли факты этого дела,
Мы это увидим в дальнейшем. Почему? Потому что мы же знаем, что в стране Америка судить может каждый каждого. Особенно если это государственные структуры, типа вот как генеральный прокурор какого-то штата, конечно же, у нее есть достаточно ресурсов для того, чтобы подать судебный иск. Теперь, только потому, что этот судебный иск подан, это, во-первых, не значит, что так оно и было, то есть, что действительно деньги использовались не по назначению. И второе, это для того, чтобы это оказалось фактом, для этого действительно ей придется предоставить все необходимые доказательства, все необходимые факты и так далее. Ну, мы не будем забывать о том, что у организации NRA тоже очень серьезные, достойные адвокаты, которые, я думаю, не сдадутся и не позволят никакого самопроизвола со стороны генерального прокурора штата Нью-Йорк. Теперь, если вот с вашего позволения, я все-таки выскажу свою точку зрения. Я считаю, что вот то, что происходит с NRA, это не что, то есть это не произошло вчера, это не происходит сегодня, это очень старая, очень давнишняя ситуация именно с NRA, потому что это организация, которая действительно как кость глотки стоит у демократов, именно потому что организация действительно развивает вторую поправку, борется за то, чтобы люди могли себя защитить, чтобы люди могли иметь возможность иметь чем себя защитить. И это, конечно же, демократов не устраивает. Тем более, что такая организация, как NRA, очень серьезно поддерживает президента Трампа. Поэтому с этим абсолютно нормально, к этому абсолютно нормально все относятся. Ну, подали в суд. No big deal. Теперь, точно так же, как, в принципе, допустим, генеральный прокурор Соединенных Штатов Уильям Барр объявил о том, что он создает специальную структуру при Министерстве юстиции, которая должна будет бороться именно с организациями такого толка, как Антифа, и именно с организацией такого толка, как Black Lives Matter, но не с той частью организации BLM, которая действительно пытается как-то повлиять на, может быть, какую-то социальную несправедливость и так далее, а с той радикальной, левой радикальной частью Black Lives Matter, которая занимается вот теми разгромами, погромами, грабежами и так далее. И поэтому, я думаю, тут просто сейчас это все очень серьезно обострилось именно тем фактом, что на носу у нас выборы, и как-то нужно действовать на психику людей перед выборной кампанией в том или в другом случае, то есть либо на демократов, либо на республиканцев и так далее. Вот, так что, ну, это то, что, к сожалению, происходит сплошь и рядом. Никуда это особенно не денется, по крайней мере, до тех пор, пока республиканцы хоть каким-то образом с этим борются. Ну, будет намного хуже, конечно, и тяжелее, как если произойдет так, что демократы выиграют и пост президентства, и палату, нижнюю и верхнюю, и тут, конечно, будет серьезная проблема. Но до тех пор, пока республиканцы хоть принимают какие-то телодвижения, это все будет оставаться в равновесии. И честно, если сказать, меня это как раз меньше всего волнует. Я это упомянул только потому, что это действительно, ну, является частью новостей сегодняшней реальности.
Вот. Но наиболее важная реальность на сегодняшний день – это то, что у нас в стране остается ситуация с коронавирусом. И самое интересное то, что чем, опять же, чем ближе мы подходим к выборам, тем у нас больше появляется новых случаев заболеваний, тем больше нам рассказывают о смертности, которая происходит, но которая самое интересное то, что она, эта смертность очень серьезно падает по отношению к тому, как это было в самом начале вот ситуации с коронавирусом. Но тем не менее нам каждый день говорят о том, что вот у нас заболело 4 миллиона, потом 4,2 миллиона и так далее. То есть новые кейсы, но почему-то никто нам не объявляет о том, из вот этих 4,2 миллионов кейсов, сколько же все-таки миллионов, которые пришли в себя, выздоровели и абсолютно бодренько себя чувствуют. Об этом нам никто слова не говорит. Почему? Потому что, естественно, это невыгодно для не для демократов, и это невыгодно для медицинского, скажем так, я не могу сказать для медицинского окружения, а скорее больше для фармакологического бизнеса, потому что, опять же, мы все прекрасно понимаем, что разговор идет на сотни и сотни миллиардов долларов прибыли от создания вакцин, от продаж вакцин и так далее, поэтому бизнес сумасшедший. Просто ну, мы столько нулей не досчитаемся, чтобы понять, какие о каких деньгах идет разговор. Поэтому, конечно же, мы слышим, почему-то мы слышим постоянно от одних и тех же врачей. Я всегда привык к тому, что вот если действительно существует какая-то проблема в мире, там, со здоровьем, со здравоохранением или с какими-то болезнями, ситуациями, собираются всемирные конференции врачей, решаются какие-то вопросы, обсуждаются какие-то ситуации и так далее. У нас же в стране пока что, вот с момента обнаружения COVID, у нас такое впечатление, как будто в стране всего-навсего 3 врача. Ну, может быть, 4. И это доктор Фаучи, доктор Беркс, доктор Редфилд и доктор Ажар. То есть это, ну, вы все прекрасно знаете, кто такой доктор Фаучи, кто такой доктор Беркс. Доктор Редфилд — это начальник организации CDC, Center for Disease Control. И, короче говоря, вот мы больше, такое впечатление, как будто больше в нашей стране врачей вообще не существует. И, конечно же, на каждом телевизионном канале существуют свои специалисты, которые, в принципе, все дудят в одну дудку и все говорят одно и то же. Но, когда начинаешь разговаривать действительно с врачами, которые именно лечащие врачи, которые имеют непосредственно дело с лечением клиентов, с вот именно то, что называется frontline workers, ты понимаешь, что создается абсолютно другая видимость, абсолютно другая ситуация. И, ну, с этим, к сожалению, ничего поделать нельзя, просто нужно, наверное, научиться не впадать в панику, нужно научиться как-то, ну, анализировать ситуацию, то, что вам говорят, читать между строк, и мы, наверное, поймем то, что да, действительно, есть такой вирус, да, действительно, этот вирус, который, скорее всего, никуда не денется, он с нами будет постоянно, и самое интересное то, что врачи до сих пор, нормальные врачи, которые не, как говорится, не зависят от фармакологии, которые не зависят от вот этих, от политики и так далее, врачи сами прекрасно признают ту ситуацию, что у нас в мире очень много болезней.
которые до сих пор с нами, которые никуда не деваются, да, которые мы научились держать под контролем. Мы не даем превратить эти болезни в какую-то сверхъестественность. Мы научились не только их контролировать, но и использовать определенные медикаменты для лечения этих болезней. И, в принципе, люди нормально с этим совсем живут. Никто не впадает в панику, никто никуда не исчезает и не сидит, и, как говорится, не ждет, пока придет с косой и, не дай бог, заберет нас из этого мира. Вот. Поэтому, ну, даже тот же доктор Фаучи, когда его припирают к стенке, скажем так, он тоже ничего такого конкретного не говорит. Почему? Потому что он прекрасно понимает, что каждое его слово, которое имеет отношение к конкретике, может быть не только опровергнуто, но и оспорено. Поэтому общие фразы, общие такие ничего не значащие определения, которые, ну, я не знаю, и тем не менее его считают мировым светилой, по крайней мере, опять же, люди в средствах массовой информации считают его мировым светилой. Хотя, если посмотреть на именно послужной список доктора Фаучи за свои там 47 лет работы с инфекционными заболеваниями, в принципе, он ничего не добился. Он не добился создания вакцины от СПИДа, он не добился создания вакцины от свиного гриппа, он не добился создания вакцины от птичьего гриппа и так далее. В общем, короче говоря, в принципе, его послужной список абсолютно ничего такого серьезного из себя не представляет. Кроме того, что, ну вот он в своем чиновничьем сане добился ситуации, где его назначили директором Национального института здоровья. Все. Должность абсолютно чиновничья, я это не зря подчеркиваю, потому что никакого отношения к врачеванию эта должность не имеет. Точно так же, как допустим, у нас есть врачи, которые действительно, то есть лечащие врачи, которые каждый день имеют дело с пациентами. Доктор Фаучи, я думаю, он уже забыл последний раз, когда он видел пациента, когда он вообще участвовал в каком-то лечении какой-то определенной группы. Он занимается, ну вот, ему дают, как говорится, определенные задания, он эти задания выполняет, и на этом оно заканчивается. Причем самое интересное то, что те из вас, которые следят внимательно за новостями, совсем недавно была такая небольшая потасовочка между демократами и доктором Беркс, которая, в принципе, ну, она-то действительно очень такая серьезный врач, она полковник военной медицины, объездила полмира, пытаясь помочь людям, которые действительно были инфицированы разными вирусами и так далее. То есть у нее достаточно такой солидный клинический опыт, но тем не менее, до тех пор, пока она говорила то, что нужно было демократам, все было нормально, все было в порядке, ей были очень довольны. Но как только ей стоило сказать пару слов не по программе демократов, тут же на нее пошли нападки, и уже ставятся под сомнение ее знания, ее принадлежность к медицинскому миру и так далее. Ну, в общем, как обычно, то есть политика в самом лучшем ее виде. Итак, дорогие друзья, давайте мы сейчас уйдем на рекламную паузу, потом вернемся, обязательно продолжим. Итак,
Итак, мы возвращаемся в программу «Неполиткорректное ток-шоу». Номер телефона в студии 847-400-5200. Мы принимаем звонок. Добрый день, вы в эфире. Алло, здравствуйте, Анатолий. Добрый. У меня два коротеньких вопроса. Пожалуйста. Я сегодня утром слышал в новостях о том, что в каком-то городе, маленьком, правда, вот эта организация Black Lives Matter, его, значит, организации, и, короче, они вынуждают все бизнесы данного города, я забыл, к сожалению, название города. Да, 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 да. И они должны будут все вот эти бизнесы иметь в наличии рабочих, значит, 23% чернокожих, не только среди рабочих, но и вообще с менеджмента и так далее. Mm-hmm. И каждый бизнес должен отчислять этой организации 1.5% дохода, mm-hmm. вот этой организации. И я вот хочу вас спросить, будет ли вот этот почин поддержан всеми городами нашей Америки. И второй вопрос. Помните, это же не первый наезд на организацию оружейную организацию. Mm-hmm. И масло подлило тот факт, что несколько лет там назад в Лас-Вегасе кто-то расстрелял там из окна, yeah. Там 50-60 этажного дома группу людей, uh-huh. Погибли много людей, и вот как это закончилось, я что-то не помню, что какой-то об итогах этого расследования, кто же был на самом деле виноват, многие думают, что это не он сам это сделал, а вот кто-то уже с других окон данного здания тоже стрелял параллельно. Ну, спасибо. Давайте я вам... Спасибо большое за вопрос, спасибо. Ну, насчет того, что то, что происходит с этими Black Lives Matter, то, что они пытаются там на кого-то наехать, ну, это как раз то, о чем мы вчера с Сережей разговаривали, я вот задал вопрос. То есть такое впечатление, что как будто просто отменили букву закона, которая касается вымогательства. То есть то, чем они занимаются, это самое настоящее криминальное вымогательство. Поэтому я думаю, что они этим занимаются ровно до тех пор, пока у кого-то не, скажем так, ну, не появится желание, это так, мягко, чтобы никого не обидеть, пока не появится желание, пока не появится политическая воля, сказать так, ребята, знаете что, все, вот тут вы уже немножко переступаете все границы. И просто их подать на них в суд за вымогательство. Не что иное, как просто самое настоящее вымогательство. Вот так, точно так же, как в свое время пытались бороться с Аль Капоном и так далее. Поэтому это то, что касается BLM, это все происходит ровно до тех пор, пока им это позволяют. А они пытаются, как говорится, знаете, посмотреть, как далеко они могут это дело завести. Я думаю, что вот это именно то, что генеральный прокурор Барр имел в виду, когда он сказал, что он организовывает структуру специальную, которая будет заниматься именно антифой и именно вот этой леворадикальным крылом организации Black Lives Matter. Так что это то, что касается вот именно этой ситуации. Теперь по поводу того, что произошло в Вегасе и как, то есть чем оно закончило и закончится ли вообще. Я думаю, что оно ничем не закончится. Я думаю, что там все это было не так просто, потому что, ну, скажем так, я больше верю своим друзьям, чем новостным, скажем, производителям новостей, то есть средствам массовой информации. Потому что я очень хорошо знаю именно район, вот этот стрип в Лас-Вегасе, главная эта улица. Обожаю этот город, хорошо его знаю. И я примерно себе представляю, где находится гостиница Мандалей Бэй. Я прекрасно себе представляю, где происходил вот тот концерт,
country music концерт, который на котором были вот люди, которые потом в дальнейшем пострадали. Я очень хорошо представляю вот всю эту ситуацию. Но именно в этот день, именно в этот вечер группа моих друзей, очень хороших друзей, кстати, привет, ребята, все те, которые слушают, мы буквально на прошлой неделе, если нет, на позапрошлой неделе мы как раз обсуждали эту ситуацию. И вот то, что мне рассказали эти ребята, оно абсолютно, абсолютно не то, о чем нам пытаются рассказать средства массовой информации. Значит, те из вас, которые знают стрип, вы понимаете по себе примерно расстояние между гостиницей Mandalay Bay и гостиницей Bellagio, и тем более гостиницей Ария. Ну, если сказать вам, что были, скажем так, выстрелены окна и двери в гостинице Bellagio, и даже на расстоянии таком, как где, там, где является гостиница, стоит гостиница Ария, то есть ну, туда точно человек, который стрелял бы из Mandalay Bay, туда бы он точно, ну, просто не дострелил бы. И тем не менее, выстрелы производились вот в этих, рядом с этими гостиницами, с Bellagio, с Ария и с гостиницей Wynn. Поэтому то, что нам рассказывают средства массовой информации, что это был один человек, который протащил с собой в лифте целый арсенал оружия, и который там расстреливал в течение 5 минут, пока появились охрана гостиницы Mandalay Bay и так далее, и все это вот, то это абсолютная галиматья. То есть нам просто чисто на тормозах спустили ту информацию, которую нужно было, чтобы мы получили, для того, чтобы скрыть то, что там действительно происходило. Поэтому узнаем ли мы когда-нибудь, что это было и чем это закончилось, я очень серьезно в этом сомневаюсь. И я думаю, что, ну, может быть, когда-нибудь, когда это будет возможным или это уже будет неважно, может быть, кто-то где-то нам что-нибудь расскажет или напишет какую-нибудь книжку, в которой более-менее расскажет то, что там действительно произошло. Поэтому я в эту ситуацию не верю, я своим друзьям верю намного больше, и поэтому, ну, это вообще не разговор. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, Анатолий, за передачу. Спасибо. Скажите, пожалуйста, а что слышен насчет съезда республиканской партии? Угу. Вот сегодня утром было сообщение, что Байден не поедет на съезд в Милуоки. Да. А что у нас слышно? Я говорю, у нас это республиканская партия. Я понял. Ну, у нас слышно то, что... Спасибо большое. У нас слышно то, что, ну, сам по себе съезд, именно как съезд, все-таки пришлось отменить. Сначала он должен был происходить в Северной Каролине, потом они там отказались его проводить из-за COVID, и вроде бы его перенесли в штат Флорида, город Джексонвилл, но мы все знаем, что во Флориде тоже там было не очень сладко. В общем, пришлось сам по себе съезд отменить. Сейчас решается вопрос о том, где же все-таки будет происходить принятие Трампом номинации от республиканской партии. Трамп считает, что было бы лучше это все сделать прямо непосредственно из Белого дома, для того, чтобы сэкономить государственные деньги, чтобы не, лишь бы просто так их не тратить. Ну, демократы, конечно же, тут же, и это понятно, они тут же стали на дыбы, сказали, такого никогда не было, Белый дом не будет никогда использован как площадка для политических игр.
Вот где-то сейчас вот так стоит вопрос, где же все-таки будет Трамп принимать номинацию от республиканской партии. Добрый день, вы в эфире. Есть такой Игорь Панарин, он говорит, что вот все-таки прокурор этот Дархам разворачивает свою работу и будет напечатано еще до выборов, будет атака. Это так или нет? Вот такой вопрос. Спасибо вам за вопрос. Я вам скажу честно, я бы этот вопрос задал непосредственно господину Дургему, потому что только он знает, когда будет напечатан это расследование или результаты расследования. Но я вам скажу честно, вот опять же, это я говорю сейчас свое мнение. Почему? Потому что ответ на ваш вопрос, честно, я не знаю, будет ли это сделано до выборов или после выборов. Но я абсолютно отдаю себе отчет в том, что если это будет сделано после выборов и по какой-то, ну, скажем так, страшной причине Трамп проиграет, то этот отчет уже будет вообще никому не важен, не нужен, и, скорее всего, мы о нем не услышим, не увидим. Это, если это произойдет после выборов и если Трамп проиграет выборы. Дальше. Если этот отчет будет напечатан после, скажем так, где-то после конца сентября, он тоже уже никому не нужен будет. Это я вам говорю, я вам объясню почему. К тому времени уже очень много людей, вы знаете, что есть такое понятие, как early voting, то есть это голосование, которое проходит заранее, и очень многие люди голосуют раньше самого дня голосования. Второе, если это будет происходить, если действительно добьются того, что будет большое количество mail-in voting, то есть по голосованию по почте, то опять же большинство людей уже к этому времени проголосуют. Поэтому отчет для того, чтобы он действительно сыграл какую-то роль, он должен быть издан не позднее начала сентября. Я имею в виду буквально первых чисел сентября, то есть буквально через месяц. Насколько это возможно сегодня, я не знаю. Почему? Потому что там действительно ведется очень обширная работа, и действительно, как говорится, это расследование, оно все охватывает все больше и больше ситуации, все больше и больше народу нужно опросить, бумаг пересмотреть. Поэтому будет ли этот отчет издан, я имею в виду вовремя, вовремя в смысле вот как дорога ложка к обеду, именно к обеду, насколько это возможно, честно, я не знаю. Ну, если господин Панарин знает немножко больше о том, что происходит с расследованием Дюром, я бы сам с удовольствием об этом послушал. Но, насколько я понимаю, сегодня об этом не знает вообще никто. Я думаю, что единственный человек, который об этом сегодня знает, это господин Барр. Почему? Потому что он является непосредственным поручителем, ну, вот этого расследования. Так что это так, чтобы ответить на ваш вопрос. Спасибо большое. Добрый день, вы в эфире. Добрый день. Добрый. Спасибо вам за передачу. Спасибо. Но у меня вопрос один к вам. Пожалуйста. Вот такая ситуация, что президент может отменить выборы, потому что ситуация похожа на войну, как он говорил, война происходит. Может он отменить выборы и остаться президентом, вот именно в данный период? Спасибо. Спасибо большое, спасибо. Добрый день, вы в эфире. У меня по почте я получил такое сообщение.
Вы все, наверное, уже получили или еще получите письмо, которое вам предлагает подтвердить ваше согласие на голосование по почте. Угу. И что бюллетени для голосования вы получите в конце августа. Угу. Ни в коем случае не отвечайте на эти письма. Вне зависимости, как вы проголосуете, ваши бюллетени уже размножены, и вы все в итоге проголосовали за Байдена. Подумайте, хотите ли вы это. Спасибо большое. Очень, очень толковое обращение. Я тоже считаю, что голосовать нужно только лично. Пожалуйста, не ленитесь, идите и голосуйте. Если вы хотите, чтобы ваш голос был засчитан именно так, как вы бы этого хотели, голосовать нужно лично, персонально. Пожалуйста, не реагируйте ни на какие письма, ничего не отвечайте, никому ничего не отсылайте. Делайте вид, что вы ничего не получали. Просто в день голосования вы идете к себе на участки, если вы уже зарегистрированы, и голосуйте, как говорится, по вашей совести, скажем так. Вот. Раз такой, вот у нас еще один звонок. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Мне передали, что по вашему радио вчера сказали, что 32 губернатора, вроде как, штатов, объявили о том, что будет у них голосование по почте. В 32 штатах. Mm. Это так? Я вам скажу честно, я точную цифру могу вам сказать даже... Потому что если действительно 32 штата, тогда можно ставить крест. Это будет фальсификация действительно 90%. Ну, опять же, еще раз. То, что говорят губернаторы, что они говорят, хотят сделать по почте, это не значит, что они закроют избирательные пункты. Это значит, что они готовы разослать вот эти письма. Но люди по-любому имеют право пойти и проголосовать сами лично. Но при такой ситуации, какая сейчас, вы понимаете, что совсем не пойдут далеко. Ну, вы знаете, я не хочу спекулировать так или иначе, потому что это все будет видно после голосования. Сидеть и гадать, сколько пойдут, сколько не пойдут, это, ну, дело неблагодарное, скажем так. Поэтому от того, что губернаторы, допустим, если в нашем штате Притцкер сказал, что да, он разрешит голосование по почте, ну и что, это же не значит, что мы должны все участвовать в голосовании по почте. Я понимаю, ну, мы это русские, это понятно, а все остальные... А все остальные, ну, что я могу сказать? Спасибо большое. Итак, теперь, по поводу того, может ли Трамп отменить выборы, если честно, я не думаю. Были ли прецеденты, я тоже этого, честно, не знаю. Я такого не слышал, по крайней мере. Можно будет у Алексея Орлова узнать, был ли прецедент того, что президент отменяет лично выборы. Я думаю, что это невозможно. Это должен сделать Конгресс. Поэтому я думаю, что ответ на ваш вопрос – нет, президент этого сделать не может. Итак, дорогие друзья, сейчас я вынужден прерваться на рекламную паузу, а потом мы вернемся, и я вам расскажу про наш район Раджерс Парк. Оставайтесь с нами. Ток-шоу Сергея Зацепина на волне 14.30 АМ. Будь в центре событий. Итак, мы продолжаем наше неполиткорректное ток-шоу. Я должен вам сообщить, что в этой части нашего шоу я не буду принимать телефонные звонки, так как мне очень бы хотелось вам рассказать историю одного из самых-самых популярных среди русскоговорящего населения города Чикаго районов Раджерс Парк. Итак, дорогие друзья, год 1830-й, в это время на территории города Чикаго
вернее, на том месте, где сегодня стоит город Чикаго, представьте себе прерии, представьте себе степи, представьте себе индейское племя потаватами, которое обитало в этих районах, которое занималось охотой и рыбалкой, так как находились на берегу Большого озера. Расположилось это племя достаточно на большом участке земли, суши, начиная от того места, где сегодня штат Индиана, и фактически заканчивая штатом Висконсин, куда племя потаватами пришли из северо-западных штатов на тот момент материка. И так они обосновались именно вот в этом районе, который назывался районом великих, скажем так, великих прерий. Но в 1830 году был подписан договор, который называется Чикаго Трити, где сообщалось о том, что в течение 2 лет индейцы племени потаватами должны уйти, скажем так, западнее реки Миссисипи и покинуть территорию, вот именно эту территорию, на которой они располагались. Кроме того, что это называлось Чикаго Трити, это также называлось переселение народов. Вот такая интересная формулировка. Я специально использовал это именно в таком ракурсе, потому что люди старшего поколения знают, с чем было связано переселение народов в бывшем Советском Союзе. Итак, в 1832 году индейцы покинули эти районы. Эти районы начали заселяться белыми людьми. И в 1835 году господин по имени Филипп Роджерс покупает целый огромный участок земли. Для тех, которые живут сегодня у нас в городе Чикаго, знают этот участок по его границам. Улица Диван на юге, улица Хавард на севере, озеро на востоке и улица Ридж на западе. И так как господин Раджерс откупил всю эту землю, он назвал эту землю Раджерс Парк. До 1863 года хозяином этой земли оставался господин Раджерс, но потом, после его смерти и после смерти его старшего сына, эта земля перешла во владение дочери господина Раджерса, которую звали Кэтрин Раджерс. Кэтрин Раджерс, погоревав немного о смерти отца и брата, выходит замуж. Замуж она выходит за господина с очень знакомой нам фамилией, господин Туи. И господин Туи и Кэтрин Раджерс выстраивают в районе Раджерс Парк огромный замок из 24 комнат, который называется The Oaks, или Дубы, ну или Дубки, как хотите. Итак, для того, чтобы оплатить строительство этого дворца, так как у них не хватало денег, чтобы его построить полностью от начала и до конца, чета Раджерс Туи принимает решение продать часть земель,
компании, которая называется Rogers Park Building and Development Company. И эта компания состояла из 4 партнеров, которые начали отстраивать, то есть купив земли в районе Rogers Park, начали отстраивать этот район, начали выстраивать в нем улицы. Кстати, на тот момент Rogers Park был отдельно образовавшейся, так скажем, деревней или поселением. То есть это не было частью города Чикаго, это просто была земля, которую назвали Rogers Park. Так вот, 4 господ, которые занялись разработкой земель в этом районе, как ни странно, для наших жителей Чикаго, их имена до боли знакомы. Одного из них звали господин Фарвелл, второго звали господин Гринлиф, третьего звали господин Ланд, и четвертого звали господин Морс. И когда они начали отстраивать улицы, выстраивать там дома, здания, рестораны, магазины и так далее, они начали называть улицы своими собственными именами. И отсюда у нас пошли такие улицы, как Ланд, Гринлиф, Фарвелл, Морс. А, и еще один был господин Гленвуд. Кстати, центром района Rogers Park считается пересечение улиц Морс и Гленвуд. Это там, где проходит красная линия нашего метро, нашего Elevated Train. Вот это и является центром района Rogers Park. Итак, создавая этот район и его обустраивая, компания Rogers Park Building and Development понимали такую вещь, что они вчетвером не потянут. То есть построить дома-то они построят, но провести в эти дома канализацию, провести в эти дома воду, провести в эти дома какую-то инфраструктуру, у них просто не хватит денег. И для того, чтобы как-то с этим смириться, был подписан в 1893 году договор с правительством города Чикаго о том, что Rogers Park, деревня Rogers Park, присоединяется и становится частью большого города, города Чикаго. Причем, чтобы вы поняли, почему это все так долго заняло и почему мы говорим сейчас о таком отрезке времени, это именно потому, что в 1875, вы знаете, что в 61-65 годах произошла гражданская война, в 1871 году произошел Великий Чикагский пожар, то есть люди были немножко заняты всякими этими ситуациями, всякими этими происшествиями, поэтому заняло такое длительное время для того, чтобы все-таки присоединиться к городу Чикаго, который взамен на то, что Rogers Park становился частью города, обязался провести туда инфраструктуру, воду, канализацию, в общем, удобства. Итак, Rogers Park становится частью города Чикаго. Но самое интересное то, что все-таки Rogers Park к тому времени находился в пределах улиц между улицей Ридж и самим озером Мичиган. И тем не менее появилась идея все-таки
так как это вдруг стало, вот с тех пор, как Роджерс Парк присоединили к городу Чикаго, и после того, как прошел великий пожар в городе, и очень многие люди подались на север города, то есть вдоль озера, район Роджерс Парк стал очень и очень привлекательным районом для людей, которые хотели жить все-таки поближе к озеру, вдоль озера, по нескольким причинам. Во-первых, красиво, во-вторых, не дай бог, в случае пожара намного легче таскать воду, ну или поставлять воду из озера для тушения пожара. Итак, начали думать, окей, как же что же делать дальше, как же это дальше развивать. И вот тогда уже власти города Чикаго решили, знаете что, давайте мы сделаем такую вещь. Все то, что было изначально, находилось на территории Original Rogers Park, мы его назовем East, или Восточный Rogers Park. А все то, что будет находиться дальше на восток, прошу прощения, на запад от улицы Ридж, мы будем называть West Rogers Park. Ну, подумали, решили, и с тех пор у нас появился East Rogers Park и West Rogers Park. И, как я уже сказал, центральным именно вот центром гор этого района был перекресток улиц Морс и Гленвуд. Но к этому времени, уже после окончания гражданской войны, один из генералов, который был на стороне северян, а фамилия его была генерал Шеридан, он был назначен на то, чтобы в Чикаго построить форт, чтобы укрепить, скажем так, часть или район этого города со стороны озера. И господин или генерал Шеридан действительно с группой, если я не ошибаюсь, количеством в 983 человека был направлен на то, чтобы создать форт в районе озера. Отсюда у нас образовался форт, который потом при жизни генерала, прошу заметить, при жизни генерала в 1888 году в ноябре, в феврале месяце был назван именем генерала Шеридан. С тех пор у нас появился форт Шеридан. Это была армейская инсталляция, которая только в 1998 году было решено эту инсталляцию убрать, так как, ну, она себя, в принципе, изжила, и на месте Форт Шеридан были построены очень неплохие домики-дома. Но, тем не менее, как ни странно, правительство того времени, 1893 года, решило, что, прошу прощения, 1883 года, решила, что нужна дорога, которая бы соединяла центр города Чикаго с фортом Шеридан. И вот так у нас появилась улица, которая начинается от улицы Голливуд и Лейкшир Драйв, начинается улица Шеридан, которая в свое время связывала город Чикаго с фортом Шеридан. И вот уже улицу Шеридан, ее назвали после смерти генерала, уже посмертно, его имя было использовано для названия улицы Шеридан, и улица Шеридан стала вот той нулевой, той точкой отсчета на востоке,
которая начиналась, вот если раньше весь отсчет шел от самого озера, то потом в дальнейшем отсчет начал идти от улицы Шеридан и шел уже к тому времени от Шеридан до улицы Рич, и потом дальше до улицы Вестерн, и потом еще дальше до улицы Кедзи. То есть Калифорния и потом улица Кедзи. И вот таким образом у нас организовался район Роджерс Парк, который был уже к тому времени очень достаточно большим. Опять же, он начинался от улицы Диван, шел до улицы Гарвард, от улицы Шеридан и аж до улицы Кедзи. Вот это все стало, превратилось в район Роджерс Парк. И вот именно в этот район в свое время, теперь я могу вам немножко сделать такую связку. Я вам ранее в наших программах я вам рассказал о таком районе, как Северный Лондейл, о таком районе, как Джутаун, о таком районе, как Little Village. Это те районы, где жили в основном жило еврейское население из восточной, западной и восточной Европы, которое потом, если вы помните, я вам сказал, что это население после Великого пожара 71 года начало двигаться дальше на север. И вот именно вот это население еврейское и поселилось в районе Роджерс Парк. Почему именно район Роджерс Парк? Потому что они ушли как можно... На тот момент Роджерс Парк являлся самым северным районом города Чикаго. То есть уже дальше, после Роджерс Парк, дальше шел только район Эванстон, который нам тоже хорошо известен. И, в принципе, так как население привыкло жить все-таки в городской черте, они решили осесть именно в районе Роджерс Парк, где, опять же, цена на жилье была, чем ближе к озеру она была дороже, чем дальше от озера она была дешевле, и поэтому вот все те здания, которые находились вдоль улицы Шеридан, они были самые-самые дорогие, там могли себе позволить приобрести жилье, приобрести или просто въехать, потому что на тот момент фактически ни у кого, жилья ни у кого в собственности не было. То есть были хозяева апартмент-билдингов, зданий, но люди, в них проживающие, это были просто арендаторы, которые снимали квартиры в аренду. Так вот, чем богаче были люди, тем они ближе расселялись поближе к озеру, ну, а там уже далее, как получалось. И скажу вам так, что это все оставалось действительно, я уже помню, вот, ну, мы приехали там в 78-м, 79-м году, кстати, очень многие люди приехали в Чикаго, если я не ошибаюсь, одни из первых были, по-моему, 74-75 год, ну, и потом так далее. Так вот, когда-то вот эти дома вдоль улицы Шеридан, они считались действительно, ну, просто самые-самые дорогие, и в них жили очень богатые люди, особенно люди, которые жили вот именно в районе где-нибудь там, скажем так, Прет и Шеридан, Морс и Шеридан, Ланд и Шеридан. Ну вот, скажем так, от, наверное, от Диван до улицы Туи. Это были самые-самые такие дорогие районы, самые дорогие дома. Ну и вот таким образом образовался район Роджерс Парк, и вот таким образом в нем оказались уже к тому времени американские евреи, которые, это уже было там второе, третье поколение восточноевропейских евреев, которые уже
осели крепко в этих районах, создали себе, построили синагоги, построили уже более-менее такие частные дома, приличные достаточно. А вот помните тот дворец, про который я вам рассказывал, который построила Кэтрин Роджерс вместе с господином Туи? Этот дворец, к сожалению, развалился. Его снесли в 1917 году. Нет, не подумайте, не большевики. Их тогда там еще к этому времени не было. Но, тем не менее, его пришлось снести, так как он просто разваливался. И правительством города Чикаго было принято решение на этом месте ничего не застраивать, а оставить это как парк. И сегодня те, которые знают хорошо район Роджерс Парк, этот парк сегодня называется Туи Парк. Причем этот парк, действительно, он очень большой, там замечательные бейсбольные поля, там теннисные корты, там детские площадки, там даже есть так называемый concession stand, то есть такая хорошая будка с всякими вкусностями, там хот-доги и так далее. То есть очень серьезный, очень красивый, действительно красивый парк. Но, к сожалению, со временем этот парк тоже слегка превратился, по мере того, как вот в этот Роджерс Парк начали переселяться жители черной расы, и то есть район становился такой немножко странноватый. И, к сожалению, и этот Туи Парк сегодня имеет бледный вид, и вообще сам по себе район, хотя власти города Чикаго принимают все возможные меры для того, чтобы хоть как-то этот район все-таки облагородить, потому что, ну, там это действительно был очень такой хороший, красивый район. Вот, так что давайте мы сейчас сделаем небольшой перерыв, потом вернемся, ну и обязательно продолжим, я вам расскажу еще очень много интересного про район Роджерс Парк. Оставайтесь с нами. Ну что ж, добро пожаловать в наше неполиткорректное ток-шоу. Номер телефона в студии 847-400-5200. В принципе, все такое самое важное о районе Роджерс Парк, я надеюсь, я вам рассказал. Если у вас есть какие-то вопросы или вы хотели бы поделиться каким-то интересным опытом, пожалуйста, звоните, будем общаться. Но сегодня я бы хотел заранее предупредить вас о том, что в следующий четверг, если у нас получится, если у меня окажется еще один час, так как это произошло вот сегодня, я хотел бы очень устроить такой день воспоминаний для людей, которые попали в город Чикаго. Причем неважно когда, сколько бы это лет не было тому назад, будь то 40, будь то 30, будь то 20, а может быть даже 3-4 года тому назад. Просто интересно послушать вот ваши воспоминания, ваши впечатления о том, как вы сюда приехали, как вы здесь, будем говорить так, обосновывались, обживались. Какие-то, может быть, интересные, смешные истории, может быть, какие-то грустные истории. Ну, в общем, мне бы очень хотелось с вами пообщаться именно в том смысле, что я знаю, что здесь очень много людей, которые приехали сюда очень давно. Я в основном большинство этих людей знаю, но как бы то ни было, просто интересно было бы пообщаться с людьми, которые вот прошли через вот этот Роджерс Парк иммиграционный период, которые потом разъехались по разным частям нашего штата, а может быть даже нашей страны. Вот, так что, но это будет на следующей неделе, дай бог все получится, будем обязательно поговорим на эту тему. Вот, ну а сегодня, что я еще хотел бы рассказать о Роджерс Парк, так это то, что
действительно, в этом районе вот так получилось как-то интересно. Почему-то вот русскоговорящее население, эмиграция, причем эмиграция, которая на тот момент, то есть я говорю 74-й, 5-й, 6-й год, только-только приехали, только начали прибывать в город Чикаго, и тем не менее облюбовали вот этот район Роджерс Парк, район улицы Диван. Кстати, вот у меня с этой улицы связано такое интересное воспоминание, потому что когда я приехал сюда из Нью-Йорка, и мне кто-то, ну не кто-то, а один из моих родственников сказал: ну что, съездим на Диван? Это как-то прозвучало, ну, достаточно интересно. Я так к этой улице, в принципе, и относился, вот чисто как к Дивану. Почему? Потому что очень удобная, такая комфортная, очень много русских бизнесов, очень много нужных бизнесов. О май гад, я когда попал сюда из штата Нью-Джерси, где вообще там русских никого не было, по-моему, мы были там второй или третьей семьей в том городке, куда мы попали. Ну и вот попав в город Чикаго, когда я попал на вот эту улицу Дивана, когда я увидел это количество русскоговорящих, и то есть для меня это, конечно, был чисто культурный шок, но тем не менее здорово. Здорово было то, что на тот момент эта улица была, этот район был, потому что это действительно облегчило намного жизнь и ассимиляцию людей, которые в тот момент попадали в Америку. Во-первых, друг другу помогали, во-вторых, как-то друг друга поддерживали. Было очень интересное общение, и, ну, в общем, было достаточно приятно. Ну, потом, конечно, все это, все разъехались, кто куда, хотя на улице Диван до сих пор есть несколько очень хороших, классных русскоговорящих бизнесов, поэтому здорово, здорово, что так все это происходит. Вот. Ну, именно вот о Роджерс Парк еще одна интересная деталь, так это в том, что вот Форд и улица Шеридан, которые были названы именем вот этого генерала Шеридан, я очень много читал и интересовался историей вот действительно города Чикаго. И вы знаете, я честно удивляюсь, что до сих пор, может быть, нужно сплюнуть, потому что не дай бог это сглазить, но до сих пор никто еще не дернулся изменить название улицы Шеридан. И, ну, форта уже как такового нет, но если вдаться в серьезную историю, то генерал Шеридан после того, как он вернулся после гражданской войны, его следующим назначением было именно освобождение района нынешнего штата Иллиной, а именно вот именно того района города Чикаго, или территории, на котором находится сегодня наш город Чикаго, освобождение этих территорий от индейцев. То есть он начал свою, именно вот это свое назначение в борьбе с индейцами, он начал в штате Колорадо, или на территории штата Колорадо, истребил огромное количество индейцев, огромное количество, он, его солдаты, причем они боролись как с индейцами племени Иракой, которые в тот момент проживали в основном на северо-востоке материка, то есть в районах штата Нью-Йорк, в районах туда чуть дальше на север Канады.
это было очень-очень огромнейшее племя Иракуй, которое в себя вселяло пять разных, то есть союз пяти разных племен. И огромное количество народа, причем это люди, которые занимались и охотой, и рыбалкой, и земледелием, и производством текстиля, то есть они плели, ткали, вернее, прошу прощения, ковры, ковровые дорожки и так далее для продажи. И вот, когда началось переселение, великое переселение народов, все вот эти племена, племя Иракуй, племя Потаватами, племя Навахо, племя Семинолы, ну вы, я знаю, что очень многие из нас, которые в свое время зачитывались книжками Фенимора Купера об индейцах, апачи, семинолы, Сенека и так далее, ну вот все эти племена были сдвинуты как-то ближе к районам штата, вот территории штата Аризона, Айдахо, Вайоминг, Монтана, вот в те районы туда. А белые, конечно, занимали более земледельные, более такие, ну, более приспособленные для жизни районы материка Америки. И вот генерал Шеридан был непосредственным участником боев с индейскими племенами. И поэтому, я вам скажу честно, на сегодняшний день, то есть вот зная то, что я знаю, честно, просто удивляюсь, что еще за него не взялись. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, спасибо за то, что вы познакомились с районом, где мы когда-то тоже проживали. В течение 5 лет. По приезде на диване. Да. Но вы знаете, я считаю, дело в том, что, живя на диване, в первый же год мой адрес был продан. Ну, неважно почему. Стало приходить много разных писем, и до сих пор. Так вот, мне кажется, что вот эта история с изгнанием индейцев – это позор. Да. Потому что мне прислали фотографии, как их изгоняли. Кто-то на лошадях, кто-то пешком, дети гибнут по дороге. Идти в эту Аризону на юг, это было ужасно, конечно. И сейчас им там очень плохо, потому что степи, пустыни, они привыкли к охоте, к лесной пище и прочее. Так это ужасно просто. Да, да, спасибо большое. Ну вот как раз насчет этого переселения. Именно то, что касается племени Потаватами, которая располагалась здесь, в наших районах, на тот момент, вот когда они подписали договор с властями будущего города Чикаго, они пошли по так называемой тропе смерти. И эту тропу смерти, ее так и назвали, действительно, это была тропа смерти, потому что количество людей, которые покинули районы вот нынешнего города Чикаго, их составляло более 4000 человек, включая женщин, ну, мужчин, женщин и детей. И почему вот это переселение, а их переселили в штат Канзас, не так далеко, в принципе, то есть фактически сразу за реку, за берега реки Миссисипи. Так вот, путь этот исчисляется 689 милями, 689 миль. Так вот, представьте себе, что дошли до резервации в районе штата Канзас, из 4000 человек дошли всего-навсего 689 человек. Из них половина погибших это составляли дети. А гибли они абсолютно не
из-за военных действий. Они гибли именно потому, что их гнали через земли, которые были абсолютно непригодными для даже выживания, скажем так. Я уже не говорю про проживание, а именно для выживания. То есть не было ни воды, не было пищи. Я надеюсь, те из вас, которые когда-либо читали или изучали индийскую культуру, быт, это были люди, которые, то есть они, если охотились, они охотились именно на бизонов, зубров, как хотите, так называйте, баффалос. А баффалос паслись только в определенных частях материка, то есть там, где были зеленые поля, там, где была еда для них. И индейцы в основном всегда строили свои поселения именно вокруг, скажем так, территории, на которой паслись вот эти бизоны, зубры. И то есть это была их не только пища, это была их пища, это была их одежда, это был их стройматериал, из которых они строили свои вигвамы, которые, причем вигвамы строились двух типов: были летние вигвамы, были зимние вигвамы, которые были более утепленные и так далее. Так вот, все это, бизоны для них составляли жизнь. Вот для очень многих племен индейцев, которые были охотниками, именно охотниками, рыбаками, которые не умели делать, не умели обрабатывать землю, для них это все было именно источником жизни. И когда их погнали через пустыни, ну не пустыни, а, скажем так, степи, которые были абсолютно выжжены солнцем, где абсолютно не было никакой, не было водоснабжения, и, естественно, там не было никакой живности, эти несчастные индейцы, они просто умирали от болезней, от нехватки еды, от нехватки питательных веществ. И вот 689 человек осталось из 4000. И вот с тех пор вот эту именно дорогу, по которой они шли, назвали тропой смерти. Ну вот такой тоже небольшой кусочек истории именно той, которая касалась племени Потаватами. Ну а такие племена, как Наваго, которые, или Неваго, это племя в основном обитало, это племя, которое состояло из, ну скажем так, мексиканских индейцев и чернокожих, которые бежали от рабства. И вот это племя Наваго, они были очень, как ни странно, они были очень миролюбивые, очень такие дружные люди, которые абсолютно не умели воевать, никогда не участвовали ни в каких войнах. Они просто, как говорится, жили. Вот так им повезло до тех пор, пока, конечно же, белый человек не начал их преследовать. Короче, вот все эти племена, все, которые, как говорится, белый человек начал перемещать в район, вот именно Аризона, Канзас и южнее, скажем так, Канзас и южнее. Эти племена, которые действительно оказались в ужасном состоянии, в ужасном положении, без источника пищи, без источника медикаментов. Очень многих вождей, как и знахарей, убивали именно потому, что обезглавить, как говорится, вот племя, которое, потеряв вождей, потеряв знахарей, они переставали иметь возможность существовать, лечиться. В общем, короче, это, конечно, все было ужасное время, но, тем не менее,
судить нам о том времени мы тоже вроде бы нельзя, потому что мы тогда не жили, мы не знали, мы не знаем, как бы по-другому выжил белый человек. То есть, ну, отношения того времени, это были отношения того времени. Поэтому точно так же, как мы сегодня не можем судить о том, что такое рабство, насколько оно нужно было или не нужно было, насколько оно было необходимо. Конечно же, люди афроамериканской расы, конечно же, они относятся к этому с большой болью, но, тем не менее, я же говорю, для того, чтобы судить то или иное время, нужно в нем жить. А иначе, я считаю, что просто люди не имеют права судить о том времени, в котором они не жили, не зная условия жизни и так далее. Поэтому, ну что ж, всему свое время, может быть, нас тоже когда-нибудь будут в чем-то осуждать, а может быть, будут в чем-то хвалить, а может быть, даже и не вспомнят такое. Я имею в виду будущее поколение. Так что посмотрим. Добрый день, вы в эфире. Владимир Кривилин. Да, Владимир. Я вот насчет откуда вы взяли информацию о том, что вы были миролюбивые действия? И они были, так сказать, по-своему достаточно кровожадными собой и тяжелыми войнами. Это по отношению к первым людям они оказались слабы. И насчет рабства. Рабовладение прошли все народы через эпоху рабовладения. Кто вспоминает о белых рабовладельческих рабах в Америке и требует компенсацию за унижение их? Это все, вы правильно совершенно говорите, что мы не можем судить. Потому что нас хватает, и тут не было, и мы не знаем всех обстоятельств и деталей. Ну да, 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 да. Так спасибо. Самое интересное то, что и среди индейцев, вот что самое интересное, среди индейцев тоже были рабовладельцы. Почему? Потому что, то есть, рабовладельцы это не те люди, которые там охотятся на рабов. Нет, это просто люди, которые имели такую своего рода рабочую силу, которую они кормили, но те работали, как, скажем так, как рабы. Поэтому я же говорю, это очень это щекотливая тема, которую я честно не готов обсуждать, потому что я не знаю, что происходило там на тот момент и как это все происходило, поэтому, а в отношении того, кто были миролюбивые, ну, я тебе скажу, Володь, там немножко не так все просто, то есть, да, индейцы между собой, они воевали, но в основном, то есть были воинствующие племена, но были племена, которые были очень миролюбивые, которые абсолютно ни с кем не воевали, которые ни на что не претендовали, которые просто жили себе вот своей жизнью. И вот племя Навахо, так же, кстати, как племя Лакота, было такое племя Лакота, которое тоже, это были абсолютно миролюбивые люди, это были абсолютно люди, которые ни на кого никогда не попадали. Да, они защищались. Если на них нападали, они защищались. Но они никогда сами ни на кого не нападали, они никого не пытались поработить, они никого не пытались угнетать и так далее. Это вот то, что я имею в виду, миролюбивые люди. Вот. Поэтому там было еще одно племя, которое вот честно вылетело из головы, я пытаюсь вспомнить, не могу. Но Лакота, Навахо и... Ну, потаватами это было само собой. То есть, там в основном воинствующими племенами это были вот именно нация Иракой, Сенека, Семинолы, вот они были, Апачи, вот они были воинствующие. А так там было очень много людей, которые просто миролюбиво жили. Итак, дорогие друзья, спасибо вам огромное за то, что были со мной, за то, что слушали, за то, что вам это интересно. Желаю вам всем замечательных выходных. Как всегда, отдохните, проведите время с вашими родными, берегите себя, своих близких, и увидимся
на следующий или услышимся в следующий раз. Будьте здоровы.